Доброе утро! Добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome back to Russian with Nastya. Today we're going to learn very easy Russian tongue twisters for children to improve your pronunciation. You will love them. They're so easy and they will work for you. So let's begin. Давайте начнем. The first one is му-му-му, молоко кому. Of course, practice with me out loud. Repeat after me, because it's very important in order to improve your pronunciation. So the first one is му 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 молоко кому. Му. Forgot about you. Му 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 молоко кому. Молоко кому. Кому? Молоко кому? Му-му-му, молоко кому? Скажите, say, му-му-му, молоко кому? Му-му-му, молоко кому? So, му-му-му, this is how the cow, the sound of a cow. And молоко кому? Milk for whom? Му-му-му, milk for whom? Молоко кому? Дальше. Чи-чи-чи, у дома кирпичи. Чи-чи-чи. Так. Чи-чи-чи. У дома, дома. У дома кирпичи. Кир-пи-чи. Кирпичи. У дома кирпичи. Чи-чи-чи. У дома кирпичи. Скажите, say, чи-чи-чи, у дома кирпичи. Чи-чи-чи, near the house are some bricks. Some bricks are near the house. Чи-чи-чи, у дома кирпичи. Follow my pronunciation and practice with me out loud. Ло-ло-ло, на улице тепло. Ло, 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 на улице тепло, тепло. Ло, 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 на улице тепло. Привет, всем привет. Ло, 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 на улице тепло. Дальше. First we will write them down and then we will practice one more time. Ры-ры-ры, летают комары. Ры-ры-ры, ры-ры-ры, летают комары. Thank you, mechanic. Летают, летают, летают комары. Комары, комары. Ры-ры-ры, летают комары. Ры-ры-ры, летают комары. Хорошо. Дальше. Да-да-да, у нашего деда есть борода. Oh, here the translation. I forgot to translate. So, ло-ло-ло, на улице тепло, means ло-ло-ло, outside is warm. Ры-ры-ры, летают комары. The mosquitoes are flying. Ры-ры-ры, the mosquitoes are flying. Летают комары. Дальше. Да-да-да, у нашего деда борода. Да. 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 У нашего. У нашего. У нашего деда. Деда. Борода, борода, борода. Да, 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 у нашего деда борода. So our grandfather has a beard, beard, да, борода. Да, 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 у нашего деда борода. Дальше. Ду, 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 мама готовит еду. Ду, 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 ду. Ду, 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 ду,
Мама, 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 мама cooks food. Готовит, готовит, готовит еду, еду. Ду-ду-ду, мама готовит еду. Ду-ду-ду, мама готовит еду. Мама cooks food. Mother cooks food. Дальше. Со-со-со, у машины колесо. Со-со-со, у машины колесо. У машины, машины, у машины колесо. Колесо. Со-со-со, у машины колесо. Со-со-со, у машины колесо. Отлично. Дальше. Са-са-са, где живет лиса? Са-са-са, где, где? So here, so-so-so, у машины колесо means a car has a wheel. Са-са-са, где живет, живет лиса? Лиса. Where lives the fox? Са-са-са, где живет лиса? Са-са-са, где живет лиса? Лу-лу-лу, стол стоит в углу. Лу-лу-лу, лу-лу-лу, стол стоит в углу. Стол стоит в углу. Углу. Стол стоит в углу. The table stands in the corner. Лу-лу-лу, стол стоит в углу. Лу-лу-лу, стол стоит в углу. The table stands in the corner. Ра-ра-ра, Кате спать пора. Ра. Ра-ра-ра, Кате спать пора. I have to replace them. So, ра-ра-ра, Кате спать пора. Ра-ра-ра, Кате спать пора. Так. Ра-ра-ра, Кате спать пора. Пишем. Ра-ра-ра, ра. Ра, ра, Кате, Кате, спать, спать, пора, пора. Ра, 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 Кате спать пора. Катя has to go to the bed. Кате спать пора. It's time for Катя to go to bed. Ра, 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 Кате спать пора. Дальше. За-за-за, уходи домой, коза. За-за-за, за-за-за, уходи домой, коза. Уходи, уходи, домой, домой, коза, коза. За-за-за, уходи домой, коза. Go home, goat. You goat, go home. So, коза is a goat. Спасибо большое, Морган. Спасибо. За-за-за, уходи домой, коза. Go home, goat. За-за-за, уходи домой, коза. And two more, and we are done. We will repeat all of them. От, 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 вот фруктовый сад. От, 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 вот фруктовый сад. Вот фруктовый, фруктовый, фруктовый сад. Так, где здесь напишу? Сад. So, от, от, от. Вот фруктовый сад. Here is the fruit
garden, the fruit tree with fruits garden. At, вот фруктовый сад. And the last one is ач, я будущий врач. Ач, я будущий врач. Врач. I'm a future doctor. Ач, я будущий врач. Ач, я будущий врач. Now, let's repeat them one more time. Practice with me out loud. Try to copy my pronunciation. The first one is му-му-му, молоко кому? Му-му-му, молоко кому? Му-му-му, молоко кому? So, му-му-му, milk for whom? Дальше. Чи-чи-чи, у дома кирпичи. Чи-чи-чи, у дома кирпичи. Чи-чи-чи, у дома кирпичи. So, чи-чи-чи, near the house are some bricks. Дальше. Ло-ло-ло, на улице тепло. Ло-ло-ло, на улице тепло. Ло-ло-ло, на улице тепло. So, ло-ло-ло, it's warm outside. Ры-ры-ры, летают комары. Ры-ры. Ры-ры-ры, летают комары. Ры-ры-ры, летают комары. Ры-ры-ры, летают комары. So, ры-ры-ры, the mosquitoes are flying. Да-да-да, у нашего деда борода. Да-да-да, у нашего деда борода. Да-да-да, у нашего деда борода. Да-да-да, our grandfather has a beard. Not a bird. Beard, yeah? Борода. Okay. Ду-ду-ду, мама готовит еду. Ду-ду-ду, мама готовит еду. Ду-ду-ду, мама готовит еду. So, ду-ду-ду, мама cooks food. Дальше. Со-со-со, у машины колесо. Со-со-со, у машины колесо. Со-со-со, у машины колесо. So, со-со-со, a car has a wheel. Са-са-са, где живет лиса? Са-са-са, где живет лиса? Са-са-са, где живет лиса? Са-са-са, where lives the fox? Лу-лу-лу, стол стоит в углу. Лу-лу-лу, стол стоит в углу. Лу-лу-лу, стол стоит в углу. Лу-лу-лу, the table stands in the corner. Ра-ра-ра, Кате спать пора. Ра-ра-ра, Кате спать пора. Ра-ра-ра, Кате спать пора. Ра-ра-ра, Катя, it's time for Катя to go to sleep. За-за-за, уходи домой, коза. За-за-за, уходи домой, коза.
За-за-за, уходи домой, коза. За-за-за, go home, goat. Go home, you goat. От-от-от, вот фруктовый сад. От-от-от, вот фруктовый сад. От-от-от, вот фруктовый сад. От-от-от, here is the fruit garden. Ач-ач-ач, я будущий врач. Ач-ач-ач, я будущий врач. Ач-ач-ач, я будущий врач. So, ач-ач-ач, I'm the future doctor. That's all for this lesson. I hope it was useful. Watch it one more time, practice out loud. It's very important to do that. These are tongue twisters. We call them clear tongue twisters. They are made for kids or for grown-ups that struggles maybe with some letters. They can't pronounce them in Russian, like R letter, like R letter, like S, and so on. Итак, спасибо большое. Увидимся с вами вечером. See you in the evening for another class. Целую вас. Thank you, Morgan, for supporting my channel. Thank you, The Mechanic. Спасибо. Целую. Пока. Чмоки-чмоки.